что такое лидогенерация? Именно на этот вопрос мы дадим ответ в этом коротком видео. Минимум ненужной информации, только самое важное. Обязательно досмотрите до конца. Итак, что такое лидогенерация? Лидогенерация – это тактика маркетинга, суть которого состоит в формировании базы потенциальных клиентов с определенными контактными данными. В свою очередь, лид – это и есть потенциальный клиент, соответствующий требованиям к целевой аудитории и проявивший интерес к товарам или услугам. Сегодня мы рассмотрим суть процесса и основные методы лидогенерации. Начнем с классификации лидов. Они бывают холодными и горячими, валидными и невалидными. Холодный лид – это контакт посетителя, который зашел на ваш ресурс и оставил данные, но ничего не купил. Он мог подписаться на рассылку предложений или новостей от вашей компании, на группу в соцсети или задать вопрос через форму обратной связи. При работе с такими лидами важно их постепенно разогревать, отправлять письма с интересными предложениями, каталогами новинок. То есть нужно поддерживать контакт, чтобы человек со временем стал реальным покупателем. Теперь рассмотрим горячий лид. Это контакт посетителя, который точно хотел купить товар или заказать услугу. Он мог заполнить и отправить форму заказа, зарегистрироваться, положить товар в корзину и начать оформлять покупку. Но не оплатить ее по какой-то причине. То есть это уже созревший покупатель, который не завершил покупку. Ваша задача – довести начатое им до конца. Например, предложить более выгодную цену на интересующий товар. Также лиды бывают валидными. Их еще называют качественными. Они могут считаться таковыми, когда представленные контактные данные соответствуют требованиям к целевой аудитории. В противном случае они будут невалидными. Например, если ваша целевая аудитория – жители Москвы, а вам прислал анкету житель Санкт-Петербурга. Если рассмотреть подробно процесс привлечения клиентов, то вначале из общего трафика отсеиваются незаинтересованные пользователи. Те, что остались как раз и составляют основу лидогенерации. Из лидов уже формируются реальные клиенты. Но на этом работа не оканчивается. Ведь важно удержать клиента, сформировать доверие к бренду, чтобы он рекомендовал его своим знакомым. Существует много методов генерации лидов. Все их можно разделить на онлайн и офлайн методы. К офлайн методам можно отнести выставки, презентации, промо-акции, телемаркетинг, личные встречи, смс-рассылки. Онлайн методы лидогенерации рассмотрим более подробно. И прямо сейчас это контекстная реклама. Во-первых, это эффективный метод, так как позволяет получить валидные лиды за счет тонкой настройки различных параметров аудитории. К тому же оплата происходит только за переходы. Теперь таргетинг в соцсетях. В данном случае ваши объявления будут показываться только тем пользователям, данные которых соответствуют вашим требованиям. Статьи на заказ в блогах – это еще один пункт. Если о вашей компании упоминает известный и уважаемый блогер, то это приведет заинтересованных пользователей. Тут важна правильная подача материала, чтобы он не выглядел откровенно рекламой. Еще один пункт – это товарные агрегаторы. Это эффективный способ привлечения лидов для интернет-магазинов. Ну и биржи лидов. Как ни странно, но лиды тоже продаются. Есть специальные биржи, где лидогенераторы продают данные об оставивших свои контакты посетителях. Итак, мы рассмотрели основные способы лидогенерации, но переход по вашему объявлению в соцсети или поисковике еще не гарантирует, что пользователь оставит свои данные. Именно поэтому важно разработать соответствующий функционал вашего сайта, который будет его стимулировать сделать это. Здесь хорошим инструментом является лендинг, который не оставляет вариантов выбора, кроме как купить, подписаться, отправить заявку и тому подобное. Также можно настроить соответствующим образом свой основной сайт, добавить всплывающее окно с предложением подписаться на группу в соцсети или задать вопрос консультанту. Все эти методы эффективны и позволяют повысить конверсию. Итак, я рассказал, что такое лидогенерация. Полезные ссылки вы, как всегда, найдете в описании к этому видео. Если понравилось видео, ставь палец вверх, и будет тебе счастье.